Фигай, смотри, это, синичка, где она? Есть. Пошло, выкачивало. Да, подходи, мы тебя отгрузим. Пару мешков рыбы. Качание рук, ё-моё. Блин, нифига она давит. Прям давит вообще капитально. Нифига всадила, блин. Оба. Ух, нифига, вот это поклевина. Друзья мои, и снова всем привет. Ну что, сегодня такой классный, шикарный день. Ну, мы, конечно же, приехали в море. Сегодня будем пробовать ловить треску. Просто грех такой было день терять, поэтому мы здесь вышли сейчас уже на точке где-то, я не знаю, километров 3-4 от берега. Прям сегодня штиль, прекрасная погода. Честно говоря, даже нараспашку жарко. Сегодня мы вышли в компанию аж в 4 лодки. Короче говоря, там ребята наши стоят. Там, короче говоря, ну, как бы, чтобы не в гордом одиночестве. Ладненько, что, будем начинать. Ловить я буду на удочку нарвал River Dance. Как раз давно, ребят, я уже, она лежит у меня без дела, потому что я ее брал с собой в Якутию. Но она как бы у меня больше приобретена как раз вот для моря. Она до 70 грамм тестом. Ну, как раз вот для джигования трески подходит. Раньше мы ловили треску, в большей мере, там, на пилкера такое вот. Сейчас как-то интерес к этому пропал. Сейчас хочется вот именно на джиг, именно почувствовать поклевки и тому подобное. Потому что поклевки у нее достаточно злые и интересные. Глубина под нами 25 метров. Я не могу понять, почему у меня один эхолот показывает 28, а один показывает 25. Что-то нифига не понятно. Ну, короче, ладно. В принципе, эхолот нам сейчас не особо так нужен, прям не так уж важен. Поэтому будем в большей мере... Опа, фига себе. Катушка-то у меня на фидере стояла, заклипсованная. Ну, я как бы не особо заморачиваюсь какой-то, ну, просто здесь чуть-чуть потолще шнур взял. Ну, в море я езжу там 1-2 раза в год, в общем-то, не чаще. Немножко подразмотать. Поэтому снастей у меня особо нет. Ну, вот удочка нормальная, как бы. Затечение присутствует. Сейчас будем пробовать. Приманки обычно... Особо не заморачиваешься, подбираешь что-то определенное одно, и, в принципе, она будет работать. То есть вес у меня где-то сейчас стоит сколько? Граммов, по-моему, вот это 56 головка. Вот. Ну, сейчас здесь течение, наверное, меньше нельзя. Вот, если бы мы ловили бы в отвес, там, под парусом, то может быть. Сейчас попробуем уронить. Сейчас здесь попробуем, потом дальше пойдем, может быть, на точки, которые помельче. По глубине. Я даже, наверное, сегодня даже паноптик соспаковывать не буду. Думаю, что смысла в нем особо нету. Вот глубина большая. Ну, как бы, я думаю, что нужды в нем сегодня не будет. Ладненько, сейчас утопим приманку. Ее сперва надо утопить. Сейчас против течения кинул, вот она упала только. Сейчас здесь на этих точках попробуем, потом мы будем смещаться поближе к берегу. Там я хочу вот на более мелких участках, то есть там 16-18 метров. Оп, поклевка сразу же. Только коснулась дна. И опять, и села. Прикинь, сошла. Я, короче, там приманка здоровая, крючок маленький, ё-моё. Тук-тук, поклевки такие сразу прям классно. Ну, не злые поклевки. Сейчас, может, попробуем тоже в дрейфе. Сейчас не будет здесь нифига. Конечно, там крючок маленький, на этой головке что-то особо у меня не так уж много этих снастей-то под треску. Раньше мы как-то, ребят, фанатели, ловили достаточно часто, вот, ее когда-то, но это больше 10 лет назад еще. В последнее время мне как-то интерес по спиннингу в большей мере по судаку, вот, на треску стак. Раз, 1-2 раза в год езжу, в принципе, этого по большому счету достаточно. Все, стукнуло. А, понеслась. Короче, пошло выкачивало. Это тяжело. Сошла? Ну да, ее тоже пока выкачишь с какой-то глубины. Раньше, когда мы ловили, там на глубинах 50 бывало метров, там, блин, ты маслаешь, а там, правда, пилкера по 300 грамм. Там одни пилкера попробуй выкачать. Вот. Что на моем треке встал?
Все, вы отловились уже? Вы уже набили, да? Поехали, все. Ну, мы тоже сейчас набьем. Молодцы. Ребята там уже облы... О, нифига себе, смотри. Это, синичка, где она? Улетела. А, о, видали, ребят, смотрите. Это ручная. Прикольно. Она вечно вот тут летает почему-то в море и на удилище. Ручная, блин, а хлебушка нет никакого. Вообще огонь. Охренеть, это сложно. Ну да, так попробуй ее выкачи, ё-моё. Глубина-то большая. О, давай, прицела будешь есть, не? О, первая небольшая трещинка. Шикардос. Офигеть, это сложно. Пошла жара. Опа. Ага. Пошло, выкачивало. Давай-ка здесь заякоримся на этом месте. Раз она у меня с той стороны бахнула. Да, ребята, пошло, выкачивало. Палка колесом вообще. Маленькая, ну такую можно и отпустить. Сейчас попробуем здесь продрейфовали. О, это уже нормальная. Уже неплохая для наших мест, для наших времен. А, и та отвалилась. Ну ладно, не жалко. Блин. Я говорю, крючок не той системы. Я так тяп-ляп. Я не то, чтобы там за рыбы приехал, просто покайфовать, ребят. О, синичка опять на удочку ко мне села. Просто покайфовать от этих поклевок. Оно бывает, блин, как влупит, так влупит. И все равно мы, ну, наловить ее должны, в принципе, в нормальном количестве. Я думаю, что мне много не надо. Так, на жарешку буквально. Раньше были, ребят, времена, как надубасишь ее, что не отпустишь. Глубина большая, она вздуется, я не знаю, там, проколы бы помогли или не помогли. Вот как нахеращишь обычно, и не знаешь, куда ее девать. Поэтому лично мне так, на жарешку только, да и все, я буду рад. Этого будет мне достаточно. Ну, с такой поклевочкой прямо, ух, тело, блин, кайфуха, конечно, кайфуха. Короче, сенокос. Приехали, как в магазин, рыбы набрали и домой. А, пошло на, пока, пошла накачка мышц. Да, ну, там, ну конечно, такой глубины попробуй подыми. А, нафиг, подсак. Да. Да, она на каждом забросе клюет. Просто нам не надо ее там 100 килограмм ловить. Красота. Ну, красота. Есть. Пошло, выкачивало. Ребята, это просто пипец. Не, да она не крупная, она, блин, подбородком, видишь. Бахнула. Она не крупная, но такая. Да, просто пока ее поднимешь, значит, тем более подбородком, поэтому тяжелее. Я думаю, такую мелкую, если когда отпускаешь, она чаще, мне кажется, выживает. Вот. Ну, такая она. Граммов, наверное, до килушки, короче. Такая вот, друзья. Красотка. Пускай идет. Если быстро отпустить, я думаю, она выживет. Это вот уже когда с полтинника тянешь, там уже да. Шансов ей гораздо меньше. Ну, короче, промысел, ребят, да и только. По-другому это не назвать, по большому-то счету. Оно на падении даже. Да, на падении, да. Вот меня сейчас, пока проводку делал, сколько? 3 поклевки было. То есть проводка такая, еле виток. Я, получается, против течки, но на меня приманка падает.
А вы по течению. О, видишь, понесли. Короче, вот такая, ребят, рыбалка. Скучная, качай да качай. Я говорю, как в прошлом году вспомнишь, когда мы там удочки там тестом по 300 грамм, катушки, мультипликаторы, блин, прешь и прешь, ну, с 50 метров. Маслаешь, 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 ну, реально, как промысел. Опа, клевка. Только опустил, знаю, что. Блин, самое кайфовое, ребят, что с поклевками. Вот оно вот, именно на джик, вот что раньше мы пилкера, всякая эта фигня, не то было. А на джик, когда на удочку чувствуешь это все, это, конечно, другое удовольствие. Качалова, Вадим, идет. Качалова. Да, подходи, мы тебя отгрузим. Пару мешков рыбы. Да, да. Что, зря паноптик покупал? Да, да, да. А, кстати, ребят, по паноптику сейчас попробовал опустить. Короче, такую приманку, эту возьмем, такая вот чуть покрупнее. Туда, на корму ее кинем. Ай, бляха-муха. Вот, короче, вот такую вот приманку, я не знаю, сколько это дюймов, уже на такой глубине хреново вообще видно. То есть, ну, в принципе, надо еще больше. Ну, а какой смысл, в принципе, если она без паноптикса-то, в общем-то, клюет. Сейчас чисто ради себя, ради эксперимента попробовал. Как бы так. Ну, как бы, в принципе, сейчас в нем нет нужды. Если попробую еще, обратно будем идти, я хочу там еще на одну точку забежать, где более мелкая глубина, там где-то 16 метров, такое, от 16 до 20 там перепад резкий. Может быть, попробую там с ним поэкспериментировать. Ну, пока в нем особой нужды никакой нет, в общем-то. Главное, стоим нормально на точке. Вот, сейчас немножко продрейфовали, заякорились вот на хайбе уже, как бы, и стоим здесь, в принципе, клюет. И, в принципе, дрейфовать не надо, вон, дубас идет. У меня еще приманка не успела, о, коснулась. Сейчас, наверное, будет поклевка. Две палки колесом, короче. Ну-ка, а в три будет настроено? Вываживать. А, сошла. А, блин, вот это поклевки, конечно. Короче, дубас у нас идет. Оу. Да-да-да, загоняй ящик. А тебе ее много надо? Мне там на жареху-то надо несколько штучек. Надо? Ну, не вопрос. Я поймаю себе, маме, да тёще. Мне там много не надо ее. А, ну добро, добро. Что-то там нормально. Качалова идет. Я даже куртку сниму, а то жарко. Жарко, жарко. О, это уже нормально. Это, кстати, уже нормально, да, такая. О, это я понимаю. Уже размер. Нормально. Уже более-менее хотя бы. Головастик. Ну такая уже прямо красивейшая рыба, красивейшая, прям бомба. Да, кстати, друзья, что касаемо там палоптикса, вообще там эхолоты там, и тому подобное, если что, обращайтесь, да, я могу подогнать контакты, где можно приобрести это по, ну, по хорошей цене, в общем-то, там не только по ночи, любой эхолот, в общем, какой вы себе выберете, пожелаете, который вы наверняка многие тоже изучают перед покупкой, да, как бы задолго. Поэтому, если что, обращайтесь с контактами, поделюсь, в общем-то. О, давай. Я, кстати, термос, видишь, блин, он остался у меня вчера в лодке, мой термос. Я так не заправил. Нету, да? Нету, я термос в лодке оставил, думаю, утром сегодня коснулся заправить. А заправлять-то нечего. А, спасибо. Кофейку с удовольствием бахну. Бутер? Бутер, не, бутер пока не. А, кайф. Что-то я, как всегда, ребята, у меня проблема, я обязательно... Не может быть такой рыбалки, чтобы я что-то не забыл. В общем-то, не бывает так. Это нормально, я к этому привык. Просто вчера уезжал, когда с рыбалки. Просто в лодке оставил термос. Вот, когда домой уезжал. Подсел. Да. Кофе попить некогда, ребят. Просто только успеваешь, только опустил. Ну вот прям встали мы четко. Вот в этом смысле, ребят, хайба рулит. Потому что
В дрейфе оно немножко не то, не тот контроль за приманкой. А на якоре, ребят, здесь становиться крайне тяжело, потому что якорь здесь по-любому оставишь. Любой, как ты его не цепляй, хоть тыльной стороной, хоть как-то, мне говорят, там, через эту стяжку. Нифига, ребята, отрывал я уже не один якорь здесь. Ой, малышня клюнула. Поэтому, как бы, так, сейчас быстренько мы ее отпустим. Нифига она мне тут шнур накрутила. О, такая вот. Ну, сейчас, кстати, ребят, последние годы, да, очень много мелкой трески. Раньше, в те годы, когда мы ловили ее хорошо, была вся прям такая. Прям такая, ого-го. А сейчас уже такая она. Ну, так себе, так скажем. Простреливают иногда неплохие экземпляры, но нет уже такого, что там восьмерки, десятки. Уже редко-редко вообще такие попадаются. Ну, вот. Ну, сейчас немножко было еще хуже. Сейчас немножко, как бы, популяция трески немножко восстанавливается, я так понимаю. Все равно хотя бы какие-то двушки, там, трешки простреливать начинают. Потому что несколько лет подряд прям, ну, вот таких вот додиков ты можешь там миллион за день поймать. А нормальной рыбы и нету нифига. Шланик, ребят, продолжаем. А, кстати, да. Ваше здоровье. Ой, блин, ой, все мимо. И кофе хочется попить, и половить, и все хочется. Приманка подошла. Сейчас вот весик попробуем покачать. И села. Блин, сошла, ё-моё. Сейчас попробуем еще раз леску стравить. Оп, есть. Вот, просто приподнял, опустил, приподнял, опустил. До дна коснулся и все. Ну, тоже вроде так, пока посолиднее рыба идет. Или за задницу, или на, ну, по более-менее размер. В прошлом мы ловили, знаешь, там две трешки улетит одновременно, там на подвеску и на пилкер. Там замучишься 50 метров качать. Тут-то замучиваешься. О, пузыри пошла пускать. Неплохая, кстати, да, неплохая. Прям из-под лодки клюнула. Ой, блин, иди сюда. Да, можно и в отвес. Но я проводку делал под лодкой, уже просто подыграл, потравил леску, подмотал леску, короче. Леоперт такой. Вот такой вот, ребят, леоперт. Ну, уже более-менее. Уже такую можно взять, жаровочная. Фу, еще кофейку. Кофейку. О, кайф, блин, погода, надо раздеваться, жарко. Просто потрясающая погода. Сегодня, ребят, у нас, если что, 26 февраля. Вот. Глухозимье по-калининградски. Я сейчас у Андрюхи пока ехал, в Сибири ролик смотрел, там минус 40. Ну да, да. Я вот сегодня сейчас пока ехал в пути, смотрел ролик. В Сибири? Да. Да, да, в Сибири. Ну. Ё-моё, блин, за ракет мороза что-то как-то нет. Уже хочется весны, ребят, настоящей. Это у нас как-то тоже, ну, морозов-то не было, по большому счету, а было такое, погода такое около ноля, минус один, дожди, снега, короче, вот. И вот прям, знаете, были такие дискомфортные рыбалки. Сейчас прямо кайф уже. Вчера прям кайфовая погода была, мы вчера проболтались в заливе. Не скажу, что прям очень успешно, но чуть-чуть поковыряли рыбешки, так, были какие-то поклевки. Вот, но сегодня прям погодка прям шептала, и выйти в море. Все-таки все таки мучила она меня, мучила с такими. Что-то вот качалово, ребят. Мелочь, а приятно. Игорь куда-то попер на рыбные места. Неудачно выбросил я ее. Ну, пошла вроде уверенно вниз. Не всплывает, главное.
Дубасы. Я сейчас нахер эту подвязку отвечу. Это просто на каждом заброске. Качай, качай руки. Стукнуло с поклевкой вообще какая. Я камеры, ребят, уже не выключаю, просто пол серии уже отснял. Просто не то, что вот как вчера, мы сколько, блин, километров 50-60 намотали, блин, в поисках. Ну так, немножко закрылись по рыбе, ну так, слабо-слабо, конечно. Выкачивание, блин. Попробую чуть покрупнее приманку поставить. Чуть-чуть хотя бы покрупнее. Ну, подбородком. Вот это мелочь. Прижимала. Ну, с поклевкой. Что-то какая-то мелочуга пошла. Может быть, сейчас сместится чуть-чуть. И попробую-ка я сейчас укрупниться немножко по приманке. Как раз, ребят, такая рыбалка, можно поэкспериментировать, то это вот, как бы так, просто для интереса. Вот. Много мне этот риски не надо, в принципе, я уже на жареху себе по большому счету наловил. Вот. С маме и тещей, и все, и хватит. Так, погнали. Пошла. О, и села. Бамс. Качание рук, ё-моё. Опять мелкая идет. Это мы как-то на стаю мелочи нарвались какой-то. Мелочи, приятно. Да, пойдет, наверное, такая. Видно. Не, мелковато. Пускай идет. Быстро отпустить. Пошла. Вот видишь, на подвеску клюнул, ну, чуть покрупнее. Да нет, пилкера вообще подымать, блин, это еще хуже. Там и удилище более мощное, да. Тяжелее самой. Пилкеры увесистые, все это вместе тащить, я вот... Бамс! И все это вместе тащить, да, конечно, нафиг. Вот, на джиг самое лучшее, блин, самый кайф. И поклевки, и все как надо. И в руку отстукивает хорошо. Лодку поворачивает, блин. Что-то хорошее? Да нет, не крупно, просто выкачиваешь. Не то, чтобы прям крупняк, но все равно. Да что-то мелочь пошла. С утра хоть нормальные размеры простреливали. Сейчас вообще одна мелочуга пузатая. Ну, просто по кайфу хотя бы ее половить. Дай бог, конечно, она выживет. Все. Вроде уныривает туда. Спокойно. Ну, мелко, как правило, заметил, что, ребят, как правило, выживает, мне так кажется. Это не точно, конечно, нифига, прям в кончик видел какой-то деденс, блин. По-моему, вот это. Нормальная, да? Хорошая,
Ну вот, может, хоть что-то покрупнее простреливать будет. Или за хвост. Или за хвост, да. Все, может быть, промахивается. Ну, прям поклевка в кончик его такую жесткую у себя. Ну, уже позачетней, уже более-менее можно взять такую. Так что потихонечку наковыривается, ребят, рыбка. Эх, кайф. Бух, вот это поклевка. Даже с фрикционом. Ну. И опять. И не все опять. Да ё-моё, что она издевается над моей приманкой. И опять вот сесть села. С третьего раза, блин. Вот это спорт, ребят. По качанию, в смысле, рук, не по рыбалке. Вижу в паноптиках, поднимаю. Подходит. Ну, позачетнее вроде бы, да? Можно забрать такую. Но... А, скотина, что она с приманкой сделала? Щипает. Ну, сколько же уже этих поклевок за эту проводку было. Хвост мне отгрызло. Ну, нарвальчика вкусно, у меня еще такие где-то есть. Надо сейчас найти. Честно говоря, ребята, обычно хорошие приманки не тратишь сюда. Обычно берешь то, что для убийства какие-нибудь, которые уже там залежал, я так скажем. Хорошие прям жалко на треску. Она, в принципе, не особо привередливая рыба. Вот, поэтому ладно, сейчас что-нибудь заряжу. Такое же, наверное. Есть у меня как раз такая старая уже пачка, которую никак не разловлю. Не пробовал даже. Попробую на треске ее, то никак руки не доходят. Просто бывает, знаете, надо немножко, как бы, бывает, в цвет надо попасть. Не то, чтобы прям... Вот. Приманка, как правило, вообще пофигу. В большинстве случаев. Я, правда, предыдущую попробовал, нифига не клевало. Вот эту, как бы, голубенькую поставил. Были поклевки. Сейчас попробуем, что на эту будет. Не, 56 грамм нормально. Опа, есть. Попробуем икорнуться. Выкачи ее, ё-моё. Ну, вроде в зачете, нормально. Пойдет. Да стой ты, иди сюда. Вот, ребят, чуть подрифовали, но уже чуть-чуть покрупнее, хотя бы такая вот, уже едовая. Я думал, сначала опустилась только, Потом, понял. Ну да, видишь, чуть сместились, прям, и чуть-чуть получше. Блин, а у меня сходик стукнуло.
компании. Ух, нифига влупила, блин, такая поклевка. Нифига всадила прям. Что-то всадила прям. Догнала прям, вообще жесткая поклевка. Блин, нифига она давит. Прям давит вообще капитально. Да нет пока. Посмотрим, подтащим. Бывает у дна, когда, ну это уже покрупнее, стопудово. Прям вообще бомба. Вон она. Паноптикс видно, как поднимаю. Блин, ну всадило так всадило. Тогда уже поклевка. Сегодня на сегодняшний день самая крутая поклевка. Охренеть можно, блин. Выкачивание. Бицуха точно болеть будет. Но уже такая, да, получше. Во! Нормально. Да не, вроде нормально, я сейчас заголовку возьму. Стеклась хорошо, да. Заголовочку раз ее. Ну вот. Ну вот, друзья, это уже такая нормальная. Ну вот, друзья, такая уже. Более-менее трещинка попалась. Чуть-чуть сменили позицию, буквально так. Ну, всадила она поклевку прям. На джик все равно лучше, чем на всякие эти пилкера, ребят. Вообще, самый кайф ловить на джик. Да, нормально. Бомба. Красота. Когда еще такое вот море прям ласковое, волшебное сегодня прям. Не удираю, что вообще-то февраль. Глухозимье. Не, лупит она вообще постоянно. Видишь, вот буквально чуть-чуть вздрейфовали. Здесь под нами прям этот самый такая вот, ну как пупырки какие-то. Вот. Я чисто включил паноптикс, ну, как бы в режим перспектива. А на дне приманки около дна вообще практически не видно. Ну, надо, я не знаю, вот такую надо приманку, чтобы ее здесь рассмотреть около дна. Ну, как бы просто так глазел, как бы сейчас, когда саму эту, как его, поднимаешь уже рыбу. Так, конечно, ну, практически пока на эти приманки бесполезная штука, ну, на таких глубинах. Вот где-то попозже, может, поедем, не знаю, не поедем, на ту точку застрянем, там, не знаю, может быть, там 16 метров уже можно будет попробовать. Для такой глубины, конечно, сейчас вот 26-27 почти метров, ну, небольшую приманку, в общем-то, не видать. Это сколько у меня где-то сейчас стоит под 5 дюймов где-то. Ни хрена не видно, короче. В пол воды, да, пожалуйста. Ну, она сейчас сканирует чисто вот вниз. Ланика, продолжаем. Хотя нет, это 6 дюймов у меня приманка. И ни хрена ее не видно. Ну, только в пол воды. Опять матом ругаешь. Поклевка хорошая была. Нет, только не это, только не зацеп. Там головка классная просто. Этот шнур тоненький. Оторву по любасу. По любасу. Не пойму, по-моему, оторвал все-таки. Но вот так вот печалька рвать приманки. У меня головка-то особо не густо. Вот прям какая удачная головка прям попалась мне. Ну, в плане размера, по размеру крючка. Там семерка, по-моему. Более или менее. Да, уже неплохие такие. Ну да, чуть сместились, чуть покруп, укрупняться стали. Хоть то мы там встали. Ну, шнурота это пачками. Да, такую можно взять. Ну. Опять такая прям мощная поклевка. Поклевка, всем поклевкам поклевка. Всадила так всадила. Ну, не такая крупная, как предыдущая. Вот. Но поклевина жесткая.
Качалово. Выкачалово. Ну не самая шнурота, во всяком случае. Чуть-чуть получше местечко. Хоть выстреливать начинает покрупнее. Ну да, пойдет. Пойдет за головочку. Раз. А вот это ей кирдык, видишь, смотри. Вот ей бы она уже не выжила, полюбасу. Она уже, да, резко поднял. Ее надо чуть-чуть, может быть, понежнее вываживать, если мелкая. Ну вот. Нормальная. Ну смотри, да, чуть-чуть сместились, буквально там 50 метров. Уже совсем другая рыба. Я думал, она побольше будет. Ну, красота. На эту приманищу садил. Ну, треска-то не крупная, на самом деле. Ты как сандалит, а? Страшно, блин. Да куда тебе такая приманка-то, ё-моё? Решил укрупниться, чтобы мелочь отсечь, ё-моё. О, ребят, видали? Я уже тут, знаете, что, я уже не рыбу ловлю, просто изгаляюсь там. Приманки какие-то экспериментирую. А, на все клюет, вообще пофигу, короче. Просто в отвес повесил. Думал, хотел, все хочу в паноптикс рассмотреть. Но у дна даже такую приманку не видно. Глубина все-таки больно большая. Ладно, будем дальше пробовать. В обычный заброс. Блин, уже такая приманка увесистая получается. Там джиг-головка десятка. Плюс приманка весит. И 60 этот, как его? Как его? Сам чебурашка, короче. Фига там сандалит. Вот это да. Вот. И шнур тонкий. И, короче говоря, при забросе несколько так стрёмно. Чтобы не стрельнуло, ничего не отстрелило. Нифига всадила, блин. Ну. Три поклевки за проводку, ё-моё. Дэнс, вот под лодкой прям такие шикарные поклевки. Вообще приятно в руку. Как влупит, так влупит. Хотя размер-то ни о чем, блин. А поклевку такую прям солидную сделала. Супер, конечно. Кайф. Да и только. Ух ты, ё-моё, блин, вот всаживает. Это всаживает, так всаживает поклевки, блин. Повзрослей идет чуть-чуть. Нифига, за жопу просто. Я-то думал, блин, там размер идет. Опять мелочевка пошла. Побежала вниз. Фу-фу-фу. Опа! Ух, нифига, вот это поклевина.
прям вообще просто жестко, блин. Просто жестко. Прям вообще. Как всадит, так всадит. Прям жесткач. Ё-моё. Ну, это уж сегодня, по-моему, самое крупное. Фу-фу-фу-фу, прям так нормально там секлась. Обычно у нее пасть мясистая, секается хорошо, как правило. Прям хороша, хороша. Во, ребята. Ой. Нормальная такая. Фу-фу-фу. Вот это да. Вот это уже нормальная. В наши времена, в смысле. Раньше такие дуплетами клевали. Вот там попробуй выкачай. Ну вот, ребятки, вот такая вот прям. Монстр. Ну, такой недомонстр, конечно. Вот. Ну, такая вот хорошенькая, хорошенькая трясочка. Ладно, иди на корму друзьям. Бомба, короче. Блин, такие поклевки. А, как всадить, так сказать. Блин, такой туман сел, вообще ни хрена. Больше 100 метров не видать. Вообще конкретный туман. В таком тумане без навигации явно делать нечего абсолютно. Вот. Так что так вот. И прям сразу немножко прохладнее стало. Ветерочек легкий стал веять с туманчиком. Солнышко сбежало, и чуть немножко надо будет сейчас куртейку-то, наверное, одевать. Уже в кофточке-то не ахти, как бы. Пойдет. Нормально. Пузатая такая. Короче, отрыв полнейший, башки, дуплеты. Так, а я оторвал в очередной раз. Что-то не рвал, не рвал. Все, хвастался, что удачное место встали. Уже, я не знаю, штук 6, наверное, или 5-6 оторвал сегодня приманок. Какое-то тут прям вот место, прям зацепчик один есть вот как-то. И не поймешь, как его провести более грамотно. Опа. Мелочь, а приятно. Не, дубас идет, короче говоря. Может, блин. Для опыта полезно. Да, да, Вадим. Стартуете, да? Ну все, мы тоже тогда сейчас стартуем. Давай, давай. Ну все, друзья, вот такой вот ролик получился. Не ролик, а тупо дубас рыбы. Просто никаких, не до каких-то там еще дополнительных съемок. Просто тупо мы сегодня, не знаю, короче говоря. Это, опа, осторожней. Как бы руки подкачали. Накачались, короче говоря, от души. Ну, сейчас мы уже, ребят, будем собираться. Наши ребята тоже уже пошли на берег, потому что без них нам просто не вытащить лодку. Потому что без полного привода тут делать нечего. Поэтому спасибо ребятам, которые нас спустили. Ладненько, ребят, все, на этом мы будем этот ролик заканчивать. Короче говоря, как всегда, всем ни хвоста, ни чешуи по жизни, на само собой. Всем здоровья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Ну и до новых встреч на водоемах. Все, всем пока-пока.